Власти столицы вновь проверили пассажироперевозки по маршруту Махачкала-Ленинкент на качество предоставляемых услуг в час пик. В прошлом месяце Салман Дадаев вместе с коллегами проехал в общественном транспорте до поселка. В ходе поездки был выявлен и зафиксирован ряд нарушений. Компания обязалась устранить их, но мэру Махачкалы в социальных сетях продолжали поступать жалобы от горожан. Повторная проверка показала, что ситуация все еще неудовлетворительная. В ближайшее время будут приняты меры для разрешения ситуации, отмечают в администрации столицы.